Харьков, 22 февраля 2014 год. Рядом с местом проведения съезда Юго-Востока Украины, которые проводят Кернес, Добкин и же с ними, пристроился Майдан Харьковский. И выходил я на Майдан с 24 ноября. Такого количества людей я еще не видел, чтобы собирал Майдан в Харькове. И вот там дальше стоят ребята, привезенные из Донецка, Шахтеры, Макеевка. Не знаю, будет видно, будет. Автобусов за сотню там глубоко. На улице стоит рядом. Сейчас можно будет попробовать пройти туда. Уже одна елка. Печально все закончилось. Да, тут, конечно, порядело крепко. С утречка тут было народище море просто. Да, видать, раздумали гепоздопы выступать перед народом и куда-то сквозанули. Ну, скатерть и дорога. Да. Как-то запало сторонникам ДОПГЕПа.